didn't even get to cross. Привет, друзья! Мы идем на рыбалочку. Решили сходить на вечерний клев. Сейчас 6 часов вечера. Решили прогуляться с Ярославом. Идем. Ну и, конечно же, Митяй. Куда без него-то? Идем, попробуем порыбачить сначала на доночку, на червя. Потом, если ничего не будет, тогда попробуем поблеснить, поджиговать. Посмотрим, что у нас из этого получится. Вода начала падать, у нас появилась мошка. Ну, думаю, там будет ветерочек, будет немного протягивать. Может, не будут так сильно заедать нас. Вот, Ярослав уже поймал окушочка первого. Вот и у меня случилась поклевочка. Вот такая вот сорожка небольшая попалась. Сорожечка. Тюнь-тюнька. Посмотрите, какой. Рыбку хочешь свежую, на. Любит он у меня рыбку свежую. Нифига, у Ярослава поклевочка была. Выше поднимай, чтобы дно нигде не зацепило. О, хороший кусочек. Красавчик. Ну-ка. Вот он, красавчик. Спина-то покоцанная. Вот. Если видите, покоцанная малость. Так. Есть, друзья. Что-то тело небольшое. О! Ёж! Ёрш. Все, как говорится, поймал ерша, собирай снасти. И уходи с этого места. Ну, нету Митяя. Ладно, прозевал он свою рыбку. Отпускаем. Так, ладно. Убираю я доночку. Что-то мне подсказывает, не видать мне счастья здесь на червя. Сейчас попробую. Покидаю блесенку, потом джиг достанем. Для начала попробуем блесенку. Давайте, что ли, красненькую попробуем. Розовую. Че, испугался? Я обосрался. Щука была или кто? Да? Уч. Есть. Есть, ребята. Сел. Окушок, что ли? Да, окунь. Сходу.
Посмотрите, какой окунь, друзья. Фиши. Ух ты, какой красавец. А, друзья? Вот он. Ну, грамм 300, наверное, есть. Точно. Есть щучка. Тише. Хорошая. Тише, тише. Ох ты ж. Ход. Есть. Есть, друзья. Еще одна щучка села. Вот она, друзья. Вот такая вот. Вот такая вот щучка. Красавица. Где-то около двушечки. Вымучил я все-таки ее. Есть. Это уже окунь. Вот он, друзья, красавец, а? Вообще красавчик.